удачи. И, конечно же, вернуть кубок сюда, на родину. Территорию лучшего мотобойного клуба страны. С такими словами глава Ленинского городского округа Дмитрий Оборенов провожал видновский «Металлург» на Кубок России в Краснодарский край. Команда воплотила это наставление в жизнь. Почетная награда снова заняла свое место в офисе клуба. После годичного перерыва из-за пандемии полные силы и уверенности в себе игроки «Металлурга» показали высший класс. В этом году был кубок интересен, интересен тем, что команды лучше стали играть, и организация была хорошая. Все стремятся к лучшему, все смотрят, равняются, я считаю, что на команду «Металлург», и хотят как минимум выйти на тот уровень, который есть у нас. Обладателями Кубка России «Металлург» становится в 27-й раз. В этом году в спины видновских игроков настойчиво дышали соперники из Ипатовского «Колоса». Именно с ними наши ребята встретились в финале. Победители не судят, 2-1 это показатель. Все довольны. Настрой команды боевой. Нам нужно в этом году завоевать золото чемпионата России. Очень много игр в этом году. В этом году вместе с основным составом на Кубок России в Краснодарский край ездила и вторая команда – молодежка видновского «Металлурга». Им также удалось показать хороший результат. С настроем сильным мы ехали, потому что в прошлом году ни одну игру не выиграли. И поэтому хотелось показать себя на этом чемпионате. Тренировались с Александром Алексеевичем Сосницким. Пытались сделать все, что в наших силах на Кубке России. И заняли 3-е место. В 2020 году город Видное должен был принимать чемпионат Европы – самое престижное спортивное мероприятие мотобольного мира. Но из-за пандемии оно не состоялось. С вероятностью 99% и в этом году перенесут. Но видновские мотоболисты не отчаиваются, а строят грандиозные планы на год грядущий. Мысль все-таки материальная. Потому что я лет 5-6 назад мечтал о том, чтобы в 22-м году команде будет 50 лет. Я лет 5-6 назад мечтал взять бы на 22-й год чемпионат Европы в городе Видно, совместить с юбилеем команды. В графике стояла Франция. Но в связи с этими пандемийными делами Международная федерация ФИМ Европы обещала, что отдадут Видно. Остается набраться терпения и дождаться решения Международной федерации мотобола. Сезон только начался. Впереди у «Металлурга» несколько десятков домашних и выездных игр в рамках чемпионата России, который завершится в конце сентября. Один из последних матчей чемпионата состоится в Видном, традиционно на День города. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.